Всем привет, друзья! Вы на канале Дмитрий Завьялов. В этом выпуске я собрал подборку складных электровелосипедов с сайта AliExpress. И обязательно ставьте лайк, если я сумел вас немного удивить. Поехали! Электровелосипед TDM18BP с большими колесами диаметра 20 дюймов и толстой резиной 4 дюйма прекрасно справляется с бездорожьем не только в летнее время, но и прекрасно ведет себя на снежном покрытии. Велосипед TDM оснащен бесщеточным электромотором мощностью 500 Вт, который питается литиевым аккумулятором на 48 Вольт емкостью 10,4 Ампер-час. Стильный дизайн электрического велосипеда прекрасно подходит и для городских условий, где будет притягивать завороженные взгляды прохожих своими линиями, устремленными вперед. Полного заряда аккумулятора при дополнительной помощи педалями может хватить до 60 км пути. Максимально велосипед TDM развивает скорость до 35 км в час. Вес велосипеда 30 кг. Тормоза дисковые. Переключатель скоростей 7-скоростной Shimano. Прекрасный велосипед на электрической тяге для круглогодичного использования. С первого взгляда электровелосипед Miyato – это всего лишь еще один пример велосипеда на электрической тяге со стандартными параметрами. Но на самом деле это очень непростая модель, функции которой смогут обрадовать каждого, кто прикоснется к этому чуду. Это складной велосипед с электромотором, способным развивать мощность до 350 Вт. Дисковые тормоза и классический переключатель скоростей, а также возможность подключение смартфона и наличие жидкокристаллического дисплея контроллера ничем не удивят покупателей. А вот возможность выбора аккумуляторной батареи до 32 ампер-час, с которой дальность поездки без подзарядки возрастает до 100 км, это настоящая сенсация. Максимальная скорость при этом равна 30 км в час, а максимальный подъем, преодолеваемый без помощи педалей, равен 30 градусам. Перед дальнейшей поездкой необходимо лишь в течение 6-8 часов зарядить аккумулятор, и можно отправляться в путешествие на электровелосипеде Miyato, который способен увести вас за линию горизонта. Cirasher XF770 – это складной велосипед с силовой установкой на 48 Вольт и мощностью 500 Вт. Бесщеточный электромотор велосипеда питается от литиевого аккумулятора емкостью 10 Ампер-час. Полной зарядки батареи хватает для пробега до 60 км, а скорость при этом доходит до 30 км в час. Алюминиевый сплав рамы и мощный амортизатор обеспечивают и прочность конструкции, и одновременно мягкость хода, которую можно изменять, регулируя жесткость амортизатора. Дисковые тормоза приводятся в действие рычагами на руле, а скорость езды, как и на обычных мотоциклах, регулируется правой ручкой руля. Переключатель скоростей Shimano имеет 27 позиций скорости. Вся информация о состоянии системы высвечивается на большом ЖК-дисплее, расположенном по центру руля, в передней части которого установлена яркая светодиодная фара. Электровелосипед легко складывается и помещается даже в багажнике автомобиля. Для того, чтобы сложить велосипед, нужно лишь повернуть специальные рычаги. Электрический велосипед Cirasher X2000 оснащен большими колесами диаметром 20 дюймов с толстыми шинами диаметром 4 дюйма, позволяющим обеспечивать невероятную мягкость хода. Прочная рама из алюминиевого сплава складная, и после складывания пополам габариты велосипеда составляют всего 48 на 100 сантиметров, благодаря чему он легко умещается в багажнике любого автомобиля. Бесщеточный электромотор мощностью 500 Вт работает от литиевого аккумулятора, выдающего напряжение 48 вольт и обладающего емкостью 12,8 ампер-час. Этого хватает для пробега до 60 км со скоростью 35 км в час. Вес электровелосипеда равен 25 кг, высота по рулю 120 см, а длина 173 см в рабочем состоянии. При покупке можно выбрать один из четырех цветов – красный, зеленый, синий и темно-серый. Велосипед Cirasher X2000 – это электрический транспорт, который всегда можно возить с собой в автомобиле, заносить в лифт или общественный транспорт в сложенном виде. Электрический велосипед Cirasher RS600 не только по своему дизайну, но и потому, что у него стальная рама, похож на классический велосипед. Однако это полноценный электровелосипед, оснащенный бесщеточным мотором мощностью 240 Вт, который питается от литиевой батареи, выдающей 36 Вольт и имеющей емкость 15 Ампер-часов. Полного заряда батареи хватает на пробег 45 км полностью на электрической тяге, тогда как при дополнительной помощи педалями это расстояние может достигать и 90 км.
км. C-Rusher – это дорожный велосипед, развивающий на электротяге скорость до 30 км в час. Полная зарядка может занимать от 5 до 7 часов, в зависимости от состояния батареи. Вес самого велосипеда – 20,5 кг, а максимальная нагрузка, которую он выдерживает, равна 150 кг. C-Rusher RS600 – это отличный велосипед на каждый день. Электровелосипед C-Rusher G650 – это складная модель, выпускаемая в черно-желтом и черно-красном цветовом сочетании. Длина велосипеда 163 см, а высота по рулю 115 см. После складывания пополам велосипед имеет длину 88 см, ширину 45 см и высоту 70 см. Это довольно компактные размеры для помещения велосипеда в багажник автомобиля. C-Rusher G650 оснащен электромотором мощностью 500 Вт, который приводит в действие литиевая батарея на 48 вольт емкостью 12,8 ампер-часов. Передние и задние амортизаторы смягчают удары о неровности, что позволяет использовать велосипед даже на пересеченной местности со сложным рельефом. Работа силового агрегата находится под управлением умного контроллера, на дисплее которого высвечивается вся необходимая информация. Электровелосипед C-Rusher G650 – это компактный и очень удобный вид экологического транспорта. Велосипед Bicycle 3KSS является полностью электрическим велосипедом, у которого нет привычных педалей. Это двухместный, легко складывающийся велосипед, который умещается в багажнике автомобиля, легко транспортируется в сложенном состоянии и имеет при этом очень компактные размеры. Велосипед оснащен одним из двух моторов на 250 Вт или на 350 Вт, а также литиевой батареей на 10 или на 7,5 ампер-часов. Вариант сочетания электромотора и аккумулятора выбирается потребителям при покупке. Для того, чтобы начать движение, нужно лишь включить замок и начать движение, скорость которого регулируется ручкой на руле, на котором размещены и рычаг тормозов, и ЖК-дисплей, и кнопка включения головной светодиодной фары. Управлять байсикл легко и просто, нужно лишь вовремя заряжать аккумулятор, заряда которого хватает более чем на 40 км пути. SMLRO MX300 – это 20-скоростной электровелосипед, который выпускается в трех цветах – черном, красном и белом. При выборе цвета при покупке велосипеда нужно также выбрать диаметр колес – 24 или 26 дюймов. Электромотор мощностью 350 Вт позволяет велосипеду разгоняться до 30 км в час и преодолевать подъемы крутизной до 30 градусов без помощи педалей. На одной зарядке велосипед способен проехать до 30 км, что обеспечивается надежным аккумулятором на 48 вольт емкостью 10 ампер-часов. SMLRO MX300 – это велосипед для взрослых, и при собственном весе в 22 кг он способен выдерживать нагрузку до 150 кг. На руле велосипеда размещены все элементы управления и контроля – рукоятки тормозов, центральный ключ, переключатель скоростей и ЖК-дисплей. Ridgebit RT860 – это одноместный электровелосипед, оснащенный электромотором мощностью 250 Вт, работающим от литиевого аккумулятора на 36 Вольт емкостью 12,8 ампер-часов. Стильный дизайн, в котором особо выделяются трехспицевые колеса, а также ярко-бело-красная окраска, привлекает внимание своей индивидуальной неповторимостью. Велосипед развивает скорость до 35 км в час, а пробег на одной зарядке может достигать до 60 км, в зависимости от условий и режима езды. Выбор скорости осуществляется при помощи переключателя Shimano, зарекомендовавшего себя как надежный механизм. Рама выполнена из прочного алюминиевого сплава, и поэтому вес велосипеда всего 23 кг. Ridgebit RT860 – это прекрасный электровелосипед для тех, кто ценит не только надежность, но и изящность техники. Несмотря на свои компактные размеры, электровелосипед Oftheli LJL12 может легко поспорить со своими более крупными собратьями. Так, при собственном весе всего 28 кг он может выдерживать нагрузку до 200 кг. Велосипед оснащен электромотором мощностью 400 Вт, питание которого осуществляется литиевой батареей на 48 Вольт. При покупке придется выбирать не только цвет велосипеда между черным, красным или белым, но также и определиться с выбором аккумулятора, емкость которого может быть 10, 15, 20 или 25 ампер-часов. С любым из этих аккумуляторов скорость будет составлять максимум 30 км в час, однако с батареей большей емкости будет увеличен пробег. Таким образом, в зависимости от выбранного аккумулятора, электровелосипед на одном заряде может проехать от 20 и до 90 км. Электровелосипед Oftheli, благодаря малому весу, компактности и возможности складывания, позиционируется как электрический велосипед для городских условий.
На этом все, друзья. Все ссылки на электровелосипеды из этого видео я оставил в описании. И обязательно напишите в комментариях, какой велосипед вам понравился больше всего. До скорой встречи!